Первый канал и компания «Телеформат» представляют. На скамье подсудимых мужчина, который обвиняется в двойном умышленном убийстве. По версии обвинения, во время рыбалки подсудимый взорвал лодку, где находились два его друга. Месть обманутого друга или жестокая ревность? Что явилось причиной преступления? Прошу всех встать, суд идет. Здравствуйте, прошу садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Подлежит рассмотрению уголовное дело по обвинению Веретенова Константина Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 части 2 пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в умышленном убийстве граждан Шагалова Федора Михайловича и Розовского Ивана Андреевича. Прошу секретаря доложить явку в судебное заседание. Ваша честь, все свидетели собрались и ожидают вашего вызова. Спасибо. Суд устанавливает личность подсудимого. Встаньте, пожалуйста. Ваша фамилия, имя, отчество? Веретенов Константин Сергеевич. Где и когда вы родились? Комсомольск-на-Амуре, 14 декабря 1971 года. Где зарегистрированы и проживали? Там же, в Комсомольске. Улица Вокзальная, дом 112, квартира 211. Работали на момент ареста? Да, работал. Где и кем? В стройтресте, сторожем. Ну, еще территорию там убирал. Копию обвинительного заключения получили? Да. Получили. Суд уточняет у вас. По окончанию предварительного следствия вам разъяснялось право ходатайствовать о рассмотрении дела либо судом присяжным, либо судом в составе трех профессиональных судей, либо судьей единолично. Вы настаивали на рассмотрении дела судьей единолично. Поддерживаете это? Да. Поддерживаете. Присаживайтесь. Объявляется состав суда. Дело слушается под председательством федерального судьи Смирнова Алексея Михайловича. Государственное обвинение поддерживает старший советник юстиции Паничева Анна Ильинична. Защиту подсудимого осуществляет адвокат Трещев Александр Станиславович. Протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Третьякова Елена Сергеевна. Участники процесса имеют право заявить отвод судье, прокурору, адвокату, секретарю судебного заседания по мотивам прямой или косвенной личной заинтересованности указанных лиц в исходе данного дела, по мотивам необъективности или по другим уважительным мотивам. Потерпевшие, у нас права потерпевших представляют Шагалова Вера Васильевна и Розовская Алена Вениаминовна, правильно? Да. Вам понятно права отвода? Понятно. Есть отводы к суду? Нет. Когда суд обращается, надо вставать. Это на будущее. У прокурора есть право отвода? Я доверяю суду. У адвоката? Не имею, ваша честь. Подсудимый, вам понятно право отвода? Да, понятно. Доверяете данному составу суда рассмотреть ваше уголовное дело? Да. Уголовное дело в отношении вас? Да. Доверяете. Вам разъясняются ваши права. Вы имеете право участвовать в судебном заседании, представлять доказательства, заявлять ходатайство. Имеете право на последнее слово, обжаловать приговоры, если таковой состоится. Понятно ваши права? Понятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Судебное слушание объявляется открытым. Слово для оглашения обвинения предоставляется старшему советнику юстиции Паничеву Анне Ильиничне. Ваша честь, преступление совершено при следующих обстоятельствах. Утром 13 июля 2005 года на протоке реки Амур, недалеко от населенного пункта Гайтер, были обнаружены тела двух мужчин – Федора Шагалова и Ивана Розовского. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчин наступила в период с 9 до 10 часов утра от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва. Известно, что подсудимый с юношеских лет был знаком и дружен с погибшими Шагаловым и Розовским. Друзья помогали друг другу в жизни, в том числе и финансово. Часто встречались, проводили вместе время. В то время как Шагалов и Розовский устраивали свою личную жизнь и карьеру, подсудимый жил, не отягощая себя заботами. Он работал где и как придется, полагаясь на помощь друзей. В марте 2005 года подсудимый, будучи заядлым рыбаком, приобрел в долг у частных лиц транспортное средство – речной катер. Денег на покупку этого транспортного средства у него явно не хватало. Он выплатил первый взнос и рассчитывал, по-видимому, что его более состоятельные друзья погасят оставшийся долг. Но его надежды не оправдались.
дружеские отношения прекратились. Тем временем кредиторы подсудимого в начале мая 2005 года потребовали уплаты по долговым обязательствам. Подсудимый предпринял последнюю попытку добыть деньги у Шагалова и Розовского, получил отказ и, взбешенный сложившимися обстоятельствами, угрожал смертью своим бывшим друзьям. И обвинение намерено доказать, что именно эти угрозы подсудимый привел в действие. 12 июля 2005 года подсудимый Веретенов занимался рыбной ловлей в безлюдной местности на протоке реки Амур. По несчастливому совпадению, именно в это время и Шагалов, и Розовский оказались там. Бывшие друзья, нынешние враги, встретились, и подсудимый спровоцировал очередную ссору. Здесь, в безлюдном месте, Веретенов и решил отомстить своим обидчикам. Утром 13 июля Шагалов и Розовский сели в свою лодку, отплыли от берега и были подорваны зарядом тротила с помощью дистанционного управления. Подсудимый был задержан на месте происшествия до выяснения обстоятельств. Он был единственным человеком, который оказался в это время на берегу в момент взрыва. По заключению психолого-психиатрической экспертизы подсудимый признан вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний. То есть он отдавал отчет своим действиям и вполне мог ими руководить. Спасибо. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Вам понятно предъявленное вам обвинение? Понятно. Вы признаете себя виновным? Вы знаете, я не знаю, кто там виноват. Он не знает, кто там. Но я там никаким боком. Они сами там со своим динамитом развлекались, рыбу глушили, а на меня теперь тут всех собак еще вешают. То есть вы себя виновным не признаете? Нет, не признаю. Вам предоставляется право дать показания по существу предъявленного вам обвинения. Расскажите суду, какие вот у вас отношения были с погибшим? Начните с этого. Ну, вы знаете, отношения у нас были достаточно хорошие. То есть мы дружили, вместе на рыбалку ходили. Все было замечательно. Не, ну, конечно, иногда, конечно, там споры всякие возникали, но ничего серьезного не было. Вот. Ну, а потом... Они меня просто кинули. Что значит «кинули»? Хоть это и слово вошло в наш лексикон, но каждый подразумевает по-своему. Ну, это вот по поводу катера. Просто однажды на рыбалке мы сидели, ну и подумали, что было бы неплохо иметь катер, на котором можно выходить на большую воду, ловить рыбу. Ну и Федор мне говорит, ты, говорит, Кость, не теряйся, бери катер, плати первый взнос. Вот. У нас с деньгами с Иваном все хорошо, мы потом уже ко второму взносу подтянемся, ну и тоже, соответственно, будем уже платить. И будем дальше ходить на рыбалку. Ну, я взял катер, заплатил первый взнос. Ну, а когда пришло время второй взнос платить, у меня-то денег уже нету, все потратил, я к ним пришел, а у них там свои проблемы. Он говорит, извини, до свидания. Ну и что мне остается делать? Такие долги висят, а рассчитаться не могу. Вот. Ну, убивать их? Нет. Деньги – это не тот повод, чтобы убивать. Ваша честь, позвольте вопрос. Представить доказательства обвинения. На листе дела 78 имеются выводы судебно-химической экспертизы о том, что на рыбацком мешке, на внутренней его тканевой поверхности обнаружены следы тротила. И вот позвольте и предъявить это вещественное доказательство, вот этот рыбацкий мешок. Подсудимый, скажите, зачем вы принесли на берег тротил в этом рыбацком мешке. Вы знали, что там будут находиться ваши недруги и специально припасли и принесли? Врачи, я протестую. Ну, протест принимается в плане того, что не надо прямо обвинять. Я задаю это вопрос. Ваш вещмешок? Нет, этот мешок не мой. Я уже на следствии это говорил. Мешок это я взял у своих товарищей по лодочной станции на пару дней, поскольку свой мешок я прожег. И уж что они в нем таскают, откуда мне знать? Ваша честь, на листе дела 71 имеются выводы судебно-биологической экспертизы. Установлено, что на внутренней поверхности вот этого самого мешка имеются потожировые следы, которые по категорическому выводу экспертов принадлежат именно подсудимому. Да, такое. Ваша, да, такая. Хочу это. Обратить внимание, там написано, не принадлежат, а одной и той же группы крови. Да. Да. Но это существенная разница. Как вы можете это объяснить? Замечание принимается, данное заключение экспертизы имеется, материал к уголовному делу. Можете объяснить этот вопрос? Да, конечно. Да. Ваша честь, я уже говорил, что мешок это не мой. Свой мешок я на позапрошлой рыбалке прожег. И попросил у товарища мешок. Но он был весь грязный, в чешуе, ну, валялся. Они мне его дали на пару дней. Естественно, мне его пришлось стирать. Поэтому, наверное, больше ничьих отпечатков и нету.
А взрывчатка, наверное, просто не выстрелилась. Ну, не было у меня никакой взрывчатки с собой, не было. Я к нему даже близко не подходил. То есть вы считаете это совпадение, да? Еще вопрос. Разумеется, близко не подходил, это же опасно для жизни. А потом, зачем подходить близко, если взрывное устройство приведено в действие с помощью дистанционного взрывателя? Имеется ведь заключение криминалистической экспертизы, Ваша честь. И вот, пожалуйста, указано, что тип дистанционного взрывателя, части которого были обнаружены в бортах разрушенной лодки, изготовлен кустарным методом с использованием дистанционного управления системы автомобиля сигнализации. И также, Ваша честь, прошу еще обозреть приобщенное к делу вещественное доказательство. Это вот эти вот осколки обнаруженные. Где? Вот они. Осколки вот этого дистанционного устройства. Да, вот они обнаружены. Вам знакомы эти предметы? Я не знаю, откуда они взялись у них в лодке. Скорее всего, они сами со своим динамитом развлекались и подорвались случайно. Ваша честь, я хочу обратить ваше внимание, что в заключении криминалистической экспертизы прямо указано, что несчастный случай исключен. Дело в том, что привести в действие самодельное взрывное устройство, находящееся под водой, с помощью дистанционного управления, находясь в лодке, невозможно. Рыбаки никогда не пользуются подобными устройствами. Значит, оно было изготовлено, помещено в лодку и приведено в действие лицом, находящимся вне лодки. И обвинение докажет, что это сделал именно Веретенов, подсудимый по настоящему да делу. Да послушайте, я вам что, самоделкин, что ли, какой бомбочки клепать на коленке? Ой, да я ладно. И в армии-то сапером не служил. Ага, да не ладно, служил ты. Вспомни, ты же зажигание Федора в машине ремонтировал. Да что зажигание, ну что зажигание? Там всего лишь проводок какой-то да отвалился, ладно, там ребенок бы справился с зажиганием. Наха. Потерпевшие, я прошу не провоцировать подсудимого. Еще, пожалуйста. Да, Ваша честь. Я соглашусь, что подсудимый не служил сапером. Но есть другая информация. Он закончил в юности техучилище номер 6 города Комсомольска на Амуре. По специальности монтажник радиотехнических и электромеханических приборов и систем. И в деле на листе дела 164, минутку, имеется копия диплома об окончании им этого учебного заведения. И даже он там показал особые успехи. Да он бумажки с отличием это все. Закончил бумажки это все. Мы там только лампочки вкручивали, да провода мотали. Какой из меня радиотехник? Таких радиотехников полстраны бродит. Я по специальности-то никогда не работал. Вот правильно. Всю жизнь на шее у Ивана и Федора посидел. Mm-hmm. Тебе волю дать, ты вообще никогда не работал. В деле, а? Тихо. Да, диплом данный имеется в деле. Да, Ваша честь. Да. Разрешите, я хотел бы приобщить к материалам дела выписку из трудовой книжки моего подзащитного. Из нее ясно следует, что никогда он не работал по этой специальности. Вот. И, впрочем, наличие у него радиотехнической специальности вовсе не доказывает о том, что он должен был привести это устройство в исполнение так же, как его изготовить. Тогда, я извиняюсь, каждый второй военнослужащий у нас должен был быть по подозрениям в любом случае. Но это же не так. Мнение обвинения по поводу приобщения данной выписки. Ваша честь, то, что он не работал по специальности, еще не свидетельствует о том, что он утратил все навыки. В конце концов, есть справочная литература, учебники. И не случайно обнаружены у подсудимого именно и справочники, и учебники. Я прошу вас обратить внимание, на листе дела 17-24 имеется протокол обыска у подсудимого. И вот там-то и обнаружены вот эти вот все справочные пособия. Вот, кроме этого, они приобщены к материалам дела. Позвольте, я вам предъявлю, Ваша честь. Вот, пожалуйста, по электротехнике книги, основы электротехники. Он основательно подготовился. А вот, посмотрите, имеется паяльник. Ваш паяльник. Канифоль. Вот все, что нужно для того, чтобы паять и заниматься вот этим взрывотехническим делом. Объясните, подсудимый, если вы не работали по специальности, не практиковали, зачем вам эта учебная литература, паяльник, канифоль и все, что нужно? У вас на балконе много ненужных вещей. Угу. Вот эти вот книги тоже относятся к этой же категории. Знаете, вот они лежат, выбросить жалко, вроде не нужны, но
Спокойно, успокойтесь. Так, тихо. Однако часть книг совсем свежая, и они уже получены, приобретены после того, как вы закончили это училище. Вот что интересно. Так, я прошу дать возможность, мы решим участь предъявленных документов. Суд приобщает выписку из трудовой книжки к материалам уголовного дела, так как она оформлена надлежащим образом. По поводу данных вещественных доказательств, которые были обозрены в судебном заседании, да, они приобщены к делу. Ну, насчет паяльника не надо такой резкий вывод, что именно специально для этого. Каждый мужчина должен иметь паяльник. Я хотел бы прокомментировать следующее обстоятельство. Это не единственная литература, которая находилась в этом доме на балконе. Имелось большое количество различной литературы. Ваша честь, я также с вами полностью согласен о том, что в доме у каждого нормального мужчины должен быть паяльник, которого нормальный руки мужчина растут и который в состоянии сам что-либо делать. На скамье подсудимых мужчина, который обвиняется в двойном умышленном убийстве. По версии обвинения, во время рыбалки подсудимый взорвал лодку, где находились два его друга. Месть обманутого друга или жестокая ревность? Что явилось причиной преступления? Я хотел бы обратить внимание и попросить вас приобщить к материалам дела справку, в которой говорится, что на наш запрос отвечаем, что Разовский и Вера Васильевна Шагалова в девичестве Звонарева также окончили одно учебное заведение, точно, как точно и мой подзащитный. Верка, поэтому все доводы училась, о том, что еще хвасталась постоянно, что у нее пятерки по практике. Да. Говорил, что, мол, вот мы, мужики, бестолковые, а я вот все лучше вас. Да, с таким успехом, так сказать, можно всех точно в группу риска и подозреваемых из них включить. Ваша честь, версия о причастности других лиц к преступлению проверялась, и известно, что Шагаловой на месте преступления не было. Не было даже близко. Мужья никогда не брали своих жен на рыбалку. Суд постановил приобщить данную справку к материалам уголовного дела. Пожалуйста. Разрешите, я задам вопрос. Константин, скажите, пожалуйста, как вы поясните, в чем была причина конфликта, который у вас был на берегу 12 июля 2005 года с погибшими? В тот день? Вот, я, как обычно, приехал на протоку, поставил удочки. Только начал рыбу ловить, а тут слышу за углом взрывы какие-то. Там, в принципе, достаточно далеко уже от постов, от дороги, поэтому браконьеры этим часто пользуются. Но я пошел разобраться, выяснить, что там за дела такие. Все-таки нужно тоже о людях думать. Не у всех же динамит есть, и не каждый считает нужным им пользоваться. Выхожу, смотрю, это Разовский с Шагаловым на лодке, да еще и на новой. Но я им крикнул, мол, что вы творите? Они мне говорят, пошел ты. Вот. Потом пристали к берегу. На новой лодке. Обидно даже стало. Вот. Ну, я им высказался. Так вот, слово за слово и поругались. Значит, обиделись и решили заминировать лодку? Ваша честь, я протестую. Вина моего подзащитного еще вовсе не доказана. Да, мы выяснили, был конфликт. Но не было никаких драк, ни угроз во время этого не такого было, небольшого не происшествия. Я к ним даже близко протест не подходил. Принимается по-другому, переформулируйте. Ваша честь, позвольте представить следующее доказательство. Имеется заключение дактилоскопической экспертизы. Это лисдело 136. В выводах которой указано, что на остатках судна были обнаружены смазанные, но узнаваемые отпечатки пальцев подсудимого. Также его отпечатки пальцев обнаружены и на фляжке, которая приобщена к материалам дела. Ну, в споре я ихнюю лодку случайно толкнул. Подсудимые, как вы объясните нахождение ваших отпечатков пальцев на лодке, а также вот на приобщенной к материалам дела, ваша честь, на листе дела 42 имеется постановление о приобщении к материалам дела вот этого вещественного доказательства фляжки. Как вы объясните нахождение ваших отпечатков пальцев? Что лодку я случайно в споре толкнул, когда они к берегу пристали, и вот мы с ними поругались. Очень обидно было. А что касается фляжки, да, фляжка это моя. Она у Ивана уже давно с Федором лежит. Мне ее подарили еще на день рождения. Черт, когда... Вот. Ну, я ее еще тогда вытащил из чехла, посмотрел. Красивая такая. Ну, а потом положил обратно в чехол. Видимо, после меня уже ее никто и не вынимал оттуда. Скажите, пожалуйста, а как развивались события дальше, на другой день, то есть 13 июля 2005 года, тот роковой день? Ну, а что дальше? Ну, с утра, как обычно, позавтракал, поставил удочки. Тут Разовский с Шагаловым на новом катере из-за поворота выплывают. Ну, и в этот момент вот рвануло.
Да, как это все увидел, сразу побежал на дорогу. Добежал, как получил, сразу сообщил. То есть вы сразу после того, как это произошло, вы сразу побежали? Кстати, по пути никто вам не попался случайно? Нет, вы знаете, по пути мне никто не попадался. Ну вот я говорил, на следствии, когда я на дорогу выбежал, там пыль такая была, как будто вот машина только что проехала. Хотя место там достаточно безлюдное, и машины крайне редко ходят. А скажите, пожалуйста, подсудимый, а вы можете объяснить, почему вы побежали за помощью, а не пытались помочь, вдруг кто-то там еще плавал? Ну, вы знаете, там был такой сильный взрыв, там просто нереально было уцелеть. Понятно. Там лодку еще просто вопросы, в клочки разорвало. Не имею вашей чести. Не имею вашей чести. Присаживайтесь, пожалуйста. Потерпевшая Шагалова, пройдите, пожалуйста, за трибунку. Вы Шагалова Вера Васильевна, правильно? Да, ваша честь. А вы будете допрошены в судебном заседании в качестве свидетеля, и суд вас предупреждает, что за дачу ложных показаний, за отказ от дачи показаний вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Понятно вам? Да, ваша честь, все понятно. Вот в курсе того, что здесь рассматривается, правильно? Естественно, в курсе. И хочу вам в первую очередь сказать, что я уверена, что наших мужей убил никто иной, как вот этот вот подсудимый Веретенов. Не убивал я. Ваша честь, я протестую против этого, потому что это довод. Протест принимается. Пожалуйста, вопросы. У прокурора. Да. Скажите, пожалуйста, какие были отношения у вашего мужа вот с подсудимым? Ну, в последнее время они были особенно напряженные. Потому что я уже давно говорила и Федору, и Ивану, что нечего кормить этого бездельника и лодыря. Но они-то его другом считали. На рыбалку с ним вместе ездили. Вот доездились. Мы были друзья. А он постоянно с них денег тянул. Постоянно. Ему то одно нужно, то другое. Под предлогом, чтобы вроде как вместе на речку ездить, рыбу ловить. А говорит, мы в магазине купить-то не можем. Мы, слава богу, работаем, можем себе позволить. А вот когда Федор отказался ему за катер платить, вот тут он взбесился. А почему он должен, спрашивается, за его катер-то платить? Он что, ему родственник, что ли? Или у него семьи своей нет? Деньги ему девать некуда. А то он взбесился-то сразу. Глаза кровью налились, за грудки его схватил, угрожает убийством ему стал. Да когда такое было? Не было этого, серьезно. Да забыл ты, да. Расскажите, пожалуйста, где и при каких обстоятельствах вы наблюдали вот подобные сцены, о которых да вы рассказываете? Это было за несколько дней до 9 мая. Числа, наверное, может, 8-го, вот так 6-го, я уж честно не помню. Приехал вот он, амбалов с собой привез. Опять у Федора деньги требовать. А когда Федор-то ему опять отказал, так он взбесился. За одежду его вот так вот схватил, давай его трясти, словами его последними просто обзывал. И говорит, я тебя убью, я тебя убью. Но дело-то это было при свидетелях. Они, простите, они подтвердить могут это все дело. Ваша честь, позвольте вопрос потерпевшей. Скажите, пожалуйста, ну а вы в ночь перед убийством, то есть с 12 на 13, где были? Я-то дома была. Я вам, понимаете ли, не персонаж анекдотов про жену рыбака, который своих любовников в шкафчик прячет. Я дома даже была. Таких анекдотов не слышала, вы удивитесь. Не переживайте. Зато я слышала. Понятно, Слава богу. Хорошо, ну а утром случайно никуда не отлучались? Я-то никуда не отлучалась. Я всю ночь дома была. Понятно. А вы не подскажете, какое у вас образование? Высшее экономическое. Высшее экономическое? Да. Понятно. Хорошо. А больше никакого нет, кстати говоря, образования, кроме экономического? Вот только не надо шпионов играть. Вы сами недавно сказали, что я училась в техникуме. Но это к делу никакого отношения вообще не имеет. И хорошо училась. То есть вы в электротехнике не разбираетесь? Я извиняюсь, абсолютно я вас спрашиваю. Не разбираюсь. Скажите, пожалуйста, перейдем к другой теме. Скажите, ваш муж владел ведь бизнесом, и вы в этой торговой компании тоже с ним работали. Это правильно? Да, я работала. Я вела бухгалтерию в фирме своего мужа. Вели бухгалтерию. Понятно. Важное место. Хорошо. А скажите, пожалуйста, в случае смерти, гибели, неважно, вашего мужа, фирма кому по наследству переходила? А какое это имеет отношение к делу, ваша честь? Я вообще отказываюсь разговаривать на эти темы. Я не буду отвечать на эти вопросы. Я вам задал вопрос. Если вопрос не снимается судом, вы обязаны отвечать на данный вопрос. Вы можете отказаться свидетельствовать только против себя, если вас в чем-то обвиняют. Хорошо, ваша честь. Вы можете ответить на данный вопрос? Я отвечу, да. Я наследую фирму своего мужа. Но господину адвокату должно быть стыдно за такие меркантильные вопросы. Извините, скажу вам честно, мне не стыдно. Я учту ваши замечания. Ваша честь, вопросов больше потерпевших пока нет. У обвинения имеются вопросы? Нет, ваша честь. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Потерпевшая Розовская. Алена Вениаминовна, правильно?
Да, Ваша честь. Расскажите, пожалуйста, что вам известно, вот вам лично, по данному делу? Он, вот этот вот подсудимый, он звонил моему мужу и угрожал. А когда я брала трубку, я слышала, какой у него был злой голос. И, Ваша честь, я не понимаю, как наши мужья могли так долго общаться с этим жестоким человеком. Но он же не человек просто, он же зверь. Ваша честь, я протестую. Ну что это такое? Протест принимается. Свидетель, давайте так. Вы отвечаете на вопросы. Вы приглашены в судебное заседание именно для того, чтобы отвечать на вопросы, а не делать выводы. Хорошо? Да, Ваша честь, простите. Но я потеряла близкого, родного человека. Ваша честь, позвольте задам вопрос потерпевшей. Да, пожалуйста. Потерпевшая, скажите, пожалуйста, ну а вы сами-то где были в день этой трагедии, убийства 13 июля? Я была у мамы. Ночевала у нее. Мы с Иваном поссорились. Ну, это так, это к делу не относится. Ну, это по-семейному, просто мелочи. Вы же понимаете меня. Да мы бы помирились с ним. Но на следующий день мне позвонили и сказали, что Ванечка мертв. А скажите, пожалуйста, потерпевшая, а вы своего мужа любили? Странный вопрос. Конечно, любила. Александр Станиславович, вопрос по существу. Ваша честь, вопросов больше нет. Анна Ильинична. Не имею, Ваша честь. Нет, присаживайтесь, пожалуйста. Суд переходит к допросу свидетеля. Пригласите свидетеля Розовскую. Свидетель Розовская. Вы Розовская Ангелина Михайловна, мать погибшего Ивана Андреевича Розовского. Правильно? Правильно. Вы будете допрошены в судебном заседании в качестве свидетеля, и суд вам напоминает, что в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за дачу ложных показаний, за отказ от дачи показаний. Понятно вам это? Да, Ваша честь. Если я только что-то не так скажу, вы меня поправьте, пожалуйста. Мне так тяжело сейчас здесь. Успокойтесь, пожалуйста, и расскажите суду, что вам вот известно о... по этому делу, по факту гибели вашего сына? Неизвестно. Меня лишили единственного сына. Успокойтесь. Мой сын бы мог еще жить и жить. Он был самым лучшим человеком на свете. Это была моя гордость. Но эта дрянь погубила его. Ваша честь, разрешите, пожалуйста? Да. Ангелина Михайловна, поясните, пожалуйста, кого вы имеете в виду, называя так? Вот это вот. Кого-кого? Вот это. Так называемая жена моего сына. Она недостойна носить его фамилию Розовская. Она пользовалась его расположением, доверием. Она предала его. Она изменяла ему со всеми подряд. Я сама лично у ней в доме видела следы явного присутствия посторонних мужчин. А ей даже стыдно не было. Да мне не за что стыдиться. Да что вы говорите, Ангелина Михайловна? Мне не за что стыдиться. Это вам должно быть стыдно. Зачем вы сейчас-то говорите? Замолчи, бесстыжая. Да, я понимаю, вы потеряли сына, но я же потеряла мужа. Что вы говорите? Я понимаю, вы всегда меня недолюбливали. Но зачем же вы сейчас при всех здесь говорите то, чего никогда не было и вообще не могло быть? Да замолчи. Из-за тебя такой человек погиб. Да что вы Ты говорите? Даже не имеешь права о нем говорить. Вот это да, Алена, не ожидала от тебя. Так, Вер, да тихо. Что ты? Ну кого Она ты служишь от тебя? Ты что, не знаешь наши отношения? Так, тихо, потерпевшие. Успокой. Да вы тоже помолчали бы. Кто, Хороша я? Птичка. Лучше бы за своим мужем смотрела получше. Не нужно было бы мне вытаскивать из постели вот этой вот мадам Баттерфляй. Что она несет, Алена? Так, тихо, женщины. Что она несет, Алена? Женщины, успокоились. Нет. Успокоились. Это не место, где выяснять отношения. Ваша честь, это они виноваты в смерти своих мужей. Ванечка в последнее время приходил подавленный, молчал. Он был очень добрым человеком, воспитанным. Он, наверное, понял, что его жена изменяет ему. Я не знаю, что там произошло. Ваша честь, этот бедный парень, он ни в чем не виноват. Вот я это чувствую. Вопросы имеются? Она ничего не знает. Нет. Присаживайтесь, пожалуйста, в зале. Пригласите свидетеля Грибова.
На скамье подсудимых мужчина, который обвиняется в двойном умышленном убийстве. По версии обвинения, во время рыбалки подсудимый взорвал лодку, где находились два его друга. Месть обманутого друга или жестокая ревность? Что явилось причиной преступления? Свидетель Грибов. Вы Грибов Анатолий Игоревич, правильно? Да, я Грибов Анатолий Игоревич. Вы приглашены в судебное заседание в качестве свидетеля, и суд вас предупреждает, что вы должны говорить суду правду. За отказ от дачи показаний, за дачу ложных показаний вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Вам понятно это? Да, мне понятно, Ваша честь. Я законопослушный человек. Ваше предупреждение излишне, я все понимаю. Законом так положено вас предупреждать. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с подсудимым? Знаком. Этот подсудимый, Веретенов, купил у меня катер в рассрочку. Внес первый платеж и аппарат забрал. То есть начал им уже пользоваться. А потом у него не оказалось денег для очередного платежа. Катером, то есть, пользуется, а платить отказывается. Ну, я, разумеется, требую с него свои деньги. Ваша честь, разрешите вопросы этому свидетелю? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, свидетель, а много ли денег вам был должен мой подзащитный? Да, кое-чего должен. Ну, кое-чего как-то уклончиво. И что, сразу не мог кое-чего вернуть вам? В том-то и дело было. В том-то и дело. Ну, а каким образом тогда вы получили с него все деньги? Не подскажете нам? Да никак. Поговорили, отдал и все. Но он, правда, уклонялся. Пришлось поездить к нему пару-тройку дней. Пару-тройку раз. Ваша честь, разрешите, пожалуйста, я хотел бы представить суду и попросить вас приобщить в качестве свидетельства два документа. Это справка о том, которая была выдана моему подзащитному 8 мая 2005 года, о том, что у него были телесные повреждения, сломаны два ребра, многочисленные ушибы и гематома в области лица, а также лист нетрудоспособности, который он получил 10 мая 2005 года. Правда, он не стал делать никаких заявлений в милицию. Он сказал о том, что случайно упал с лестницы. Ну вот что подозрительно, как-то это совпало с выяснением отношений с этим свидетелем Грибовым, как он назвал себя законопослушным гражданином. И нам остается только гадать, каким образом он это все сделал. Только не надо меня сюда приплетать. Если его избили, надо было идти в милицию. А так задним числом что угодно наговорить можно. Так что, значит, его все-таки избили, вы подтверждаете, да? Суд постановил отказать в ходатайстве адвоката при обобщении данных медицинских документов, так как они к данному делу отношения не имеют. Ваша честь, да, я просто скажу, я их показал для того, чтобы просто мы поняли, в каком душевном состоянии он находился в эти дни, когда у него были встречи со своими друзьями, и почему у него были реальные основания опасаться за свою жизнь. Мы видим, они не были основаны на ровном месте. Вопросы к свидетелю имеются? Нет, вопросов больше нет, ваша честь. Не имею, ваша честь. Присаживайтесь, пожалуйста, в зале. Пригласите свидетеля. Разрешите, пожалуйста? Да. Я хотел бы заявить ходатайство о вызове в суд и допросе в качестве свидетеля человека, который не был допрошен на предварительном следствии, но может дать очень важные показания, которые нам помогут разобраться в этом непростом деле. Я попросил бы вас пригласить Макарова Дмитрия Юрьевича. Но обвинение ваше мнение. Я не могу возражать. 271 часть 4 обязывает суд допросить явившегося свидетеля. Суд постановил допросить данного свидетеля. Пригласить свидетеля Макарова. Свидетель Макаров. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Макаров Дмитрий Юрьевич. Кем инспектор вы работаете? ГИБДД. Пожалуйста, вопросы. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы в этом зале кого-то узнаете? Посмотрите внимательно. Да, я узнаю вот эту женщину. 13 июля. Меня? Вас, да, конечно. Вы проезжали мимо моего поста ГАИ. Я ее остановил. Она проезжала рано утром. Она еще возбужденная была. Я как бы предупредил ее, чтобы она не превышала скорость, и отпустил. Я вообще первый раз этого человека вижу. Да вы что-то спутали, наверное. Да как вы первый раз меня видите? Вы еще были... Дмитрий Юрьевич, не пререкайте. Скажите, пожалуйста, вы уверены, что это именно та женщина, которая... Да, я уверен. Эта женщина была единственной в солнцезащитных очках. Вот. Я еще подумал, солнца вроде нет, а она в темных очках. Может, глаза прячет. Но потом
как бы думаю, ну, женщины, они разные бывают. Может, с утра не накрасилась, мало ли, то есть, вот. Ну, и как бы она поехала. Понятно. Скажите, пожалуйста, а не припомните точно, в котором часу это было? Вот около 8-9 часов утра. Я только на службу заступил. Да, точно. Вот около 8-9 утра было. Я только заступил на службу. Понятно, хорошо. А случайно не обратили внимания, на каком автомобиле она ехала? Марка, цвет? Да вы мне задавали этот вопрос уже. Время-то давно было. Я точно не помню. Хотя то ли темно-синяя, то ли темно-зеленая иномарка была. Ваша честь, разрешите, пожалуйста, показать свидетелю фотографии? Ну, пожалуйста, покажите данные. Свидетель, посмотрите, пожалуйста. Вот три разных автомобиля. Вы сказали, что вы не помните, я могу показать вам поближе. По-моему, вот этот автомобиль был, вот который слева от меня. Вот этот автомобиль, да? По-моему, да. Ваша честь, я просто хотел обратить ваше внимание на то, что свидетель показал на автомобиль, которым управляла и принадлежит потерпевшей Шагаловой. Да еще дополнительный вопрос. Стоит, по-моему, не по-моему вообще. Сам не знает, что говорит. То он видел, то он не видел. Я все ГИБДДшник не может в машинах разобраться. Не смешно ваша ли честь, вообще? Вопросов больше нет к свидетелю. О обвинении вопросы. Нет, Ваша честь. Присаживайтесь, пожалуйста. Суд переходит к судебным прениям. Слово для выступления предоставляется старшему советнику юстиции Паничевой Анне Ильиничне. Ваша честь, вина подсудимого в совершении умышленного убийства из мести двух лиц нашла свое полное подтверждение в судебном заседании. В конце процесса у нас появились два свидетеля, но я думаю, что ни у одного здравомыслящего человека показания этих свидетелей не смогут вызвать какой-то уверенности или доверия. Вот, пожалуйста, майор милиции, сотрудник ГИБДД Макаров, который с июля до вот сегодняшнего дня вспоминал, что он, оказывается, видел недалеко от места происшествия женщину. Пришла несчастная мать погибшего, которая призналась, что она ненавидит невестку с первого дня знакомства. Она ее ненавидит. Она ее считает виновной во всем, всегда, отныне и вовек. А заодно и всех других женщин, которые моложе ее. Никаких данных не имеется. Нет ни одного объективного свидетельства, что это сделал кто-нибудь другой, а не подсудимый. А что касается подсудимого, отпечатки пальцев, свежие книги, не те, которые были приобретены в период обучения в училище, а вот 2005 года, новенькие, его паяльник, его принадлежности. Мотивы могли быть у кого угодно, но такие явные мотивы, которые были у него, те угрозы, которые он высказывал, вот это чувство безнадежности, это все, конечно, привело его к совершению преступления. Преступление совершил именно он. Это одно из самых страшных, самых тяжких преступлений, известных нашему закону. Вы знаете, Ваша честь, какая ответственность предусмотрена за это преступление. Я прошу, признав его виновным по пункту А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Правильно. Спасибо. Потерпевшая Шагалова, вы желаете высказать свое мнение в судебных прениях? Я хочу сказать, конечно же, что я поддерживаю то, что виноват именно он. Больше я ничего сказать не хочу. Розовская. Нет, Ваша честь, мне нечего добавить. Присаживайтесь. Слово в защиту подсудимого предоставляется адвокату Трещеву Александру Станиславовичу. Спасибо, Ваша честь. Уважаемый суд, каких только ухищрений не представила обвинение, чтобы вырвать обвинительный приговор в этом деле. Оно грозилось и обещало предоставить нам неопровержимые доказательства и улики. Мы слышали много эмоционального. Кого только не обвинил здесь прокурор. Но оставим это на его совести. Да, обвинение представило несколько экспертиз. Да, они представили мешок, на котором якобы имели следы. Но разве у нас есть заключение эксперта, которые говорили бы о том, что тротил, который находился в лодке, и то, что находилось в мешке, идентичны. Такого заключения у нас нет. Ваша честь, отпечаток руки, пальцев, смазанной книги, Ваша честь. Я сказал, прокурор немножко что-то попутал. Последняя книга была 99-го года, которая находилась среди изъятых. Были и другие книги, были и сказки. Что же, мы, может, тоже как-то его обвиним в чем-то, если он прочитал сказку про Колобка и лисичку. Далее, Ваша честь. Нам никто не представил никаких доказательств, что мой подзащитный знал о том, что в этот день будут рыбачить люди.
У нас нет доказательств. Он сказал, что он этого не знал. Это не было никем опровергнуто. Поэтому, Ваша честь, я прошу его оправдать в зале суда в связи с тем, что он не причастен к этому преступлению, и признать его право на реабилитацию. У меня все, Ваша честь. Спасибо. Право реплики. Нет, Ваша честь. Реплик нет, судебное прения закончено. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Вам предоставляется последнее слово. Ваша честь, поверьте, я не совершал этого ужасного преступления. Как... Ангелина Михайловна, я сочувствую вашей потере. Иван с Федором были и моими друзьями тоже. Я верю тебе. Но верю. Поверьте, не я убийца. Я верю тебе. Убийца кто-то другой. Я не знаю, кто, но это точно не я. Да ты убийца, ты! У меня все, ваша честь. Все, присаживайтесь. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. На скамье подсудимых мужчина, который обвиняется в двойном умышленном убийстве. По версии обвинения, во время рыбалки подсудимый взорвал лодку, где находились два его друга. Месть обманутого друга или жестокая ревность? Что явилось причиной преступления? Прошу всех встать, суд идет. Провозглашается приговор. Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Веретенова Константина Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 части 2 пункт А Уголовного кодекса России, приходит к выводу, что действие Веретенова содержит признаки состава преступления и правильно квалифицировано органами предварительного следствия по статье 105 части 2 пункт А Уголовного кодекса России, то есть совершение умышленного убийства двух лиц. На основании изложенного, руководствуясь Уголовно-процессуальным кодексом России, суд приговорил Веретенова Константина Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 части 2 пункт А Уголовного кодекса России, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней, заключение по стражу. Приговор может быть обжалован и опротестован в вышестоящий суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Прошу садиться. Спасибо, Ваша честь. Спасибо вам большое. Обжалуем. Так, тихо. Прошу тишину. Да как же это? Прошу тишину. Суд разъясняет суть принятого решения. Все доказательства в совокупности говорят, что именно Веретенов совершил данное убийство. Он угрожал погибшим и довел данное преступление до конца. Факт того, что к данному делу причастны другие лица, к данному убийству, судом также тщательно проверялся, но суд считает, что опознание как лица, так и предметов, это по фотографиям, это автомобиля, произведено, представлено адвокатом, в нарушение закона, а именно статьи 193 Уголовно-процессуального кодекса. Также проверялось вопрос о причастности жен, которые именно вот Шагалова у нас обучалась радиотехническому делу. Но в судебном заседании не нашло это подтверждение, а показания матери погибшего, они эмоциональные и как... В данном случае суд соглашается с мнением государственного обвинения. Неприязнь между невесткой и ею, они могли послужить именно данным показанием. По существу дела она ничего в судебном заседании не пояснила. Столь строгое наказание в виде 18 лет суд, подсудимый станция, осужденный станция, суд пришел к выводу, потому что погибло именно два человека. Это очень много. Два человека, которые не заслуживали смерти. И вы отвечаете именно за две смерти. Когда человек уходит с земли, это уже горе. Два человека – это большое горе. И вы несете за это ответственность. Поэтому такой и большой срок наказания. Вы имеете право обжаловать данный приговор в установленный законом срок. Понятно вам это?
Да. Понятно. Присаживайтесь. Потерпевшие, встаньте, пожалуйста. Обе. Вам понятна сущность приговора? Да, Ваша Вы честь. Также можете обжаловать Понятно. Данный приговор, если с ним не согласны. Нет, очень согласна. Присаживайтесь. Очень согласна. На этом судебное заседание объявляется закрытым.